Друзья, ну что, второй день пребывания. Приехал на стройку добить вчерашнее. Сегодня постараюсь уложить сколько-то бревен, сколько, не знаю еще, как пойдет. Комаров много, надо что-то разводить, дым, дымовушку свою ставить. Приехал сегодня на квадроцикле. Он у меня после небольшого ремонта, вот, поменял ремень, поменяли ремень. Ванька, привет, спасибо. Вот, сейчас идет бодренько, в отличие от прошлого раза. Пробрался сюда махом, даже сам не заметил, как я сюда долетел. Вот, все отлично. Дорогу я как можно лучше прочистил от лишних бревнышек. Вот здесь вот где-то перепрыгивал большое бревно. Вот его еще бы убрать, распилить проезд. Ну а так все нормально. Вот сейчас буду укладывать бревна. Правда, нету мха, но он сейчас сориентируюсь. Сегодня привез сюда вот такую пачку мешков. Вот, куда-нибудь они пригодятся. Землянки у меня постоянно были. Вот, но сейчас вот именно надо пару мешков, чтобы сходить за мхом. Ну, буду собирать здесь в окрестностях такой же, который до этого ложил. Пока другого нету. Вот, конечно, бы хорошо съездить бы на какое-нибудь болото, но я здесь места вообще не знаю. И болот. В общем, долго это все искать. Надо с кем-то ехать. В общем, сейчас завожу дымовушку и приступаю к работе. Одно бревно подготовил, сейчас взял мешок, пошел за мохом, схожу. Кто-то приехал. На той стороне реки есть дорога. Она не для всех, конечно. Но на подготовленной машине, УАЗик, например, или на мотоциклах можно по ней проехать. Сейчас ходил к берегу. И отчетливо слышны голоса. Вот. Речка уходит за ворот, и за этим заворотом там небольшие полянки. Очень широкая речка. Возможно, есть хорошие ямы. Я еще с той стороны не был. Ну, точнее, был, но летом не обследовал, еще не ходил в ту сторону. Вот, не было как бы нужды. Вот, и сейчас я прошелся. Слышно голоса, и меня, походу, тоже слышали, потому что я колотил. И получается, был момент, когда я подгонял бревно, все подогнал, положил, и, в общем, несколько раз топором ударил.
и услышал в той стороне крик. Вот. Ну, явно крик такой, как будто птица, но явно это была не птица, то есть это человек так вот в виде птицы крикнул довольно громко. Вот, и сейчас ходил в ту сторону, ближе к воде, и четко слышно голоса. То есть кто-то там остановился и, возможно, сидит. Костер у меня прогорел, дыма уже нету. И, блин, особо неохота раскрывать свое место. Комаров жуть сколько. Вот сейчас им самое разгулье. Погода такая пасмурная, прохладно. Вот вчера буквально был дождик. Им самое то. Вот сейчас хочу протестировать вот этот вот приборчик. Уже несколько дней я его использую. Вот был на прошлых моих здесь в стройках, но особо некогда было уделить ему внимание. Вот, но ну, а сейчас, учитывая сколько здесь комарья, я думаю, можно попробовать. Вот смотрите, сделаем как известный нам блогер таежный. Посмотрим, сколько комаров налетит на руки. Я совсем не обрабатывался. Ну, как видно, комары летают, кусают. Вот, идут к ним вот такие вот пластинки.
Сейчас мы одну зарядим. Ну и зажигается довольно просто. Внутри установленный баллончик с газом. Баллончика хватает довольно надолго. Если, ну, в принципе, если применять в постоянку обычно его не принимаешь, не применяешь. Вот, используешь в основном вот когда какие-то перекуры где-то посидеть. Вот использовал на рыбалке его, на лодке прям. Вот, но вот давайте испробуем здесь его и уже убедиться конкретно, работает эта штука или нет. Вот, включается он очень просто. Вот здесь одна кнопка, запускаем газ и нажимаем пьезоподжиг, чтобы зажечь этот газ. Вот здесь есть такое окошечко, и в него, если посмотреть, видно, как там загорается огонек. Вот, ну, если горит он, все, в принципе, аппарат в работе. И давайте мы с вами засекем время, сколько пройдет до его действия. Вот, для этого я специально включу таймер, не знаю, видно, нет, и запускаем таймер. Ну вот уже, друзья, 3 минуты. Такое ощущение, что комары чуть-чуть рассасываются. Уже не так лезут в лицо. Вот, вижу, там их довольно много наружу летает. Присутствует какой-то запах такой, ну, не противный, довольно интересный. И комары уже не так к тебе пристают. Ну все, друзья, комаров-то в принципе-то и нету больше. Вижу, вот сидят, местами летают. Да нет, какие-то прилетают все равно. Снял капюшон. Причем комары пропали там. Ну вот один-два летает. Видать, еще до них не дошло. Ну а так-то, в принципе, вообще отлично. По времени прошло у нас запуска 8 минут. Вот, сбросил. 8 минут. В принципе, я думаю, можно на этом поставить точку. Штука действующая, на самом деле. Ну вот я плавал на лодке с ней, тоже привязывал себе на рюкзак спереди. И мошки комаров я, в принципе, так сильно не ощущал. Конечно, если ты плывешь на ветру, это как-то обдувается. Но вот если, например, в палатке или в каком-то закрытом помещении, я думаю, эффект будет намного быстрее. Вот. Использовал также в машине сколько раз. То есть приезжали на рыбалку.
Вот дети в машине, комары. Обычно, когда заходишь, комары сразу налетают. Вот эту штуку включаешь и, блин, классная вещь. Ну, один-два комарика летает, но все, нету. Уже никто не летит на тебя, не лезет. В принципе, они вон укумаренные, походу, уже. Штука рабочая. Мне нравится. О, прилетел какой-то это. Еле живой. Прибор компании Thermacell. Обязательно оставлю ссылку в описании. Вот, штука рабочая, действующая. Кому интересно, смотрите. Ну что, друзья, поработал я, положил два бревна. Штука до сих пор работает. Вот, и я вам скажу, комаров даже и не пахнет ими. Можно сказать, их вообще в лесу нету. Такое ощущение. Вот, не знаю, что повлияло на это. Вот этот ветерок или... Костер у меня практически прогорел. Вот, сейчас я его разжег. А так, да, дым, в принципе, туда и не доходил. Он в основном-то здесь. Вот эта штука лежала у меня в ногах. Блин, все-таки классная вещь. Так что будем использовать.
Все-таки для стройки погода вообще классная. Вот у меня сегодняшнее третье бревнышко на подходе. К сожалению, кончился мох, надо идти собирать моха. Единственное, в лесу так мрачно. Вот, постоянно из-за ветра какие-то трески непонятные, прислушиваешься. Постепенно строение мое обретает форму и высоту. Но очень долго-долго. Вот, не думал я, что это такой тяжелый процесс окажется. Но вот эта укладка бревен очень длительный и такой сложный процесс. Но ничего страшного. Я не сдаюсь и буду доделывать до конца. Сейчас поставил чайничек. Что-нибудь вскипятить. Посмотрю, что у меня есть. Возможно, перекушу. А возможно, просто попью чаю или кофе. Сегодня шибко не готовился и ничего с собой не брал. Так что будем довольствоваться тем, что есть в рюкзаке. В рюкзаке всегда есть какой-то НЗ-запас. Чай, кофе там. Вот. И возможно, что-то есть из сухпродукции, которую можно заварить, ну и перекусить. Сейчас посмотрим. Так, у нас здесь куриный суп есть. Сухариками. И есть гречка с грибами. Так, ну что-то гречку мне неохота. Ну и емкости такой нету. А вот суп в кружку, в принципе, можно. Так, ну а попить у нас есть концентрат сухой, фруктовая свежесть. И вот такой вот сок растворимый, это с армейских сухпайков. Вот, наверное, попью я его горяченьким. Наберу мха. Ну и прогуляемся до речки.